Использование указателей позволяет реализовывать функции, которые меняют свои аргументы. Как мы раньше с вами говорили, функции принимают свои параметры по значению. То есть внутри функции работа ведется с локальной копией аргументов. Давайте посмотрим на примере. Пусть в функции main объявлены две переменные k и m. И мы хотели бы написать функцию, которая меняет значение аргументов местами. Такую функцию swap от двух аргументов. Давайте напишем код, который меняет два значения местами, достаточно прост, но в связи с тем, что функция работает не непосредственно с переменными k и m, а с локальными копиями этих переменных, результат работы функции никак не повлияет на непосредственные значения, которые туда были переданы. Поэтому на выводе мы получим 10 и 20, что соответствует тому, что значения k и m не поменялись местами. Для того, чтобы это исправить, будем передавать функцию swap не значение типа int, а указательное значение типа int. Соответственно, сигнатура функции swap немножко изменится. Вместо значения типа int функция swap будет принимать два указателя на значение типа int. Соответственно, внутри с функции swap мы будем работать уже не с локальными переменными, а с ячейками, на которые указывают аргументы функции. Соответственно, при вызове функции swap вместо значений переменных k и m мы передадим адреса этих переменных. Это позволит нам в функции swap менять местами не значения локальных параметров, которые являются аргументом функции, а менять значения в тех ячейках, на которые указывают эти аргументы функции. Соответственно, внутри функции swap мы поменяем значения конкретных переменных k и m и получим требуемый результат. То есть в результате вызова функции swap мы изменим те переменные, адреса которых мы туда передали.